Владимир Укин весь этот год ходит по судам. Все требует уравнять тарифы за тепло всем жителям многоэтажек города. Правозащитник убежден, что алматинские тепловые сети незаконно увеличили тариф тем потребителям, у кого нет общедомовых счетчиков. Сражения в суде идут с переменным успехом. На кону порядка 10 миллиардов тенге. Сначала районный суд принял сторону потребителей. Судья городского суда это решение отменил. Истцы подают кассационную жалобу. И в этот раз судьи снова принимают сторону несогласных горожан. Дело вновь возвратили в апелляционную инстанцию. Перед заседанием Владимир Георгиевич выражает уверенность в общем успехе. Сегодня я все же процентов на 90 рассчитываю, что на нашей стороне закон, на нашей стороне постановление правительства, на нашей стороне правда. Но, похоже, хождение алматинца Рукина за правосудием далеко не окончены. Сегодня суд так и не смог принять окончательного решения. Заседание перенесли на октябрь. Возможно, тогда наконец выяснится, на чьей стороне в Казахстане и закон, и правда.